У нас охота за Добби продолжается. Мы сейчас едем в бассейн. Я красная, как помидор, честно. Вот. Мы надеемся, что тут Добби. Мы пощупали, вроде бы, да. И голова, я чувствую, уши, знаете, и нос, и размер самой фигурки. Просто в прошлый раз нам попалась Флёра де ла Кур, а не Добби. Мы перепутали. Но сейчас открываем. Сейчас мы вам постараемся, ребята, доказать, что можно угадать фигурку. Да, так мы столько угадали. Уже. Да, мы уже много угадали. Открыла. Ой, у нас ни одной повторки, да? Да, я не вижу пока что. А ну-ка, я сейчас по... Ну, Добби, да. А, ты видишь? Саня Малой был прав, да? Да, это он же принес, ага. Крутой, а ну покажи его ближе. Ну, он классный, да. Да, прикольный Добик. Ну, Добби сам по себе в целом персонаж очень крутой, а тут еще и фигурка. Ну, да. Это уже третья фигурка из всех фигурок Добби. Есть, ну, разные, ну, коллекции разные там большие. Сколько у тебя уже железных фигурок? Ты не знаешь даже, нет. Да? Ну, штук 15, наверное, да? Ну, примерно, да. А раньше была только одна полумная. Первая, она полячка, да. И ни одной повторки? Как-то так, но никак иначе.